Сегодня у нас в студии гость, режиссер театра «Чудак» Дворца культуры «Нефтехимик» Александр Говорин. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Здравствуйте. Расскажите, что ваш коллектив подготовил к началу нового 63-го творческого сезона? Театр «Чудак» редко выступает на большой сцене Дворца нефтехимиков. Но вот ради открытия 63-го сезона мы решили сыграть спектакль «Он и она». Это новелла о любви на большой сцене 30 сентября в 18:30 в пятницу. Мы ждем наших зрителей и ангарчан на нашем спектакле. Это новелла о любви. Это авторы Аверченко, Вампилов, Злотников, Леонид Филатов. Это зрелище довольно легкое по форме. Значит, и думаю, для первого посещения театра, если кто-то вдруг ни разу в жизни не был в театре, да, добро пожаловать. Возраст у нас — это старшеклассники и старше. То есть вот такой возрастной, значит, такой, скажем, момент. Значит, да. Еще 2 числа на нашей площадке уже, это в комнате номер 11 ДК нефтехимиков, состоится спектакль «Ипотека и Вера, мать ее». Это по современной драматургии спектакль, где участвует в основном молодежь нашего театра. А в спектакле «Он и она» там, значит, и ветераны нашего театра, и молодежь. И в связи с тем, что это все-таки праздник, открытие сезона, мы пригласили наших друзей принять участие. Это Сергей Игумнов и народный цирк «Шаривари», и ансамбль бального танца «Сюрприз». Все по этой же теме «Он и она». То есть вот такая новелла о любви, новеллы о любви с разных сторон, из разных возрастов и для разных возрастов, так скажем, публики, зрителей. Ну, наверняка ваш театр в этом году подготовил и какие-то новые спектакли, помимо тех, что уже есть в вашем репертуаре. Расскажите о премьерах. Ну, в нашем репертуаре 8 названий спектаклей. Здесь есть и классика, «Обломов», «Томление» — это по произведениям Чехова. Это и наша визитная карточка нашего театра «20 минут с ангелом» по Александру Вампилову. Александру Вампилову в 2017 году исполнилось бы 80 лет. Я так думаю, многие театры откликнутся на эту цифру, значит, да, и подготовят какие-то свои спектакли. Будут наверняка фестивали, связанные с Александром Вампиловым. И мы планируем с молодежью сделать спектакль по рассказам Вампилова, Александра Вампилова, «Стечение обстоятельств». Ну а для ветеранов нашего театра мы выбрали пьесу совсем недавно. Это пьеса современного драматурга, социальная пьеса. Ну, название пока говорить не буду, чтобы не сглазить. Так что два спектакля мы должны приготовить за этот сезон новых. Ну, дай бог, может быть, и что-то Александра Вампилова еще поставим. Как бы в задумках и такая мысль есть. Это наш любимый автор, поэтому мы всегда о его творчестве думаем. Я предлагаю нашим учителям, ну, во-первых, с наступающим праздником, дорогие учителя, я предлагаю нашим учителям сделать себе подарок, и подарок своим классам, старшеклассникам особенно, значит, да, и прийти в театр. В конце концов, мы занимаемся с вами одним делом, да, открываем мир литературы. Литература — это театр, театр — это литература, тут все, значит, все взаимосвязано. Поэтому добро пожаловать на спектакль театра «Чудак». Спасибо большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Пожалуйста.